Вот, 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 я победил. Не поздновато для игры в легионеров? Я не легионер. Не легионер? Я гладиатор. Гладиатор. Они сражаются лишь на арене. Может, поиграем в римских воинов, вроде Юлия Цезаря? Я Максимус, спаситель Рима. Спаситель Рима? Кто тебе сказал? Где Луций? У императора, моя госпожа. Не может быть. Может. Она взяла ее из корзины и прижала к груди вот здесь, повыше сердца. Змея ужалила ее в грудь? Да. Знаешь, Луций, бывает, венценосные особы ведут себя необычно. И делают странные вещи во имя любви. Я думаю, это глупо. И я. Сестра, иди к нам. Я читаю дорогому Луцию. Я сам умею читать. Да, смышленый мальчик. Может стать императором. Мы читали о Марке Антонии и его приключениях в Египте. Царица ужалила себя змеей. Ты ведь еще ничего не знаешь о наших предках. Завтра вечером я расскажу тебе историю императора Клавдия. Его предали самые близкие люди. Кровные родственники. Они шептались в темных углах, собирались поздно ночью и готовили заговор. Но император Клавдий об этом догадывался. Он знал, что они похожи на маленьких пчел. И однажды ночью он сел с одной, взглянул на нее и сказал: «Скажи мне, чем ты занимаешься, маленькая пчелка? Или я убью тех, кто тебе дорог? И ты увидишь, как я купаюсь в их крови». Его сердце было разбито. Нежная пчелка ужалила его больнее, чем это мог сделать кто-либо другой. Как думаешь, что произошло дальше, Луций? Я не знаю, дядя. Нежная пчелка все ему рассказала.